Добрейшего утра, ребятки, сегодняшнего дня. Я начинаю новую ветвь в своей жизни. Что-то новая жизнь. Я уже план себе расчертила, что да как. Сейчас вам не покажу. Покажу уже, когда приеду. Сейчас я еду на югок, хочу показать, где и сколько рассказать. Училась ваша будущая звезда Ютуба, я звезда, да. Я с уверенностью буду о себе так говорить. Пусть что, кто бы ни говорил, я буду вас в этом убеждать, что я человек необычный. Что дождитесь обязательно. Вот у меня тут уже написан, начертан план на день. Во-первых, я хочу прочитать что-то про медитацию. Они говорят, что это тоже хорошо помогает успокоиться, да и вообще отвлечься. Вот снять видео на йоге, сейчас туда я еду. Мне нужно найти спортивную программу упражнений, потому что, мне кажется, та не совсем для меня оптимальна, то есть я еще буду искать. Заняться спортом, то сейчас обычную гимнастику, сейчас зарядку сделаю и дын-дын, побежали. Во-первых, снять видео, мотивашку. Я хочу снимать раз в неделю или два видеомотивашки, то есть это, возможно, с цитатами, там, где я буду рассказывать, может, каким-то примером показывать, как и что нужно делать. Во-первых, улыбнуться, я уже вам улыбаюсь, и почитать вот мотивационные цитаты. Я написала, нашла еще, во-первых, поставила свои главные планы, главные цели в жизни. Это я вам покажу, когда уже приеду. И вот новая жизнь — это о том, что как, что нужно делать, чтобы именно реально начать новую жизнь. Самое главное правило, ребята, это ничего никогда не откладывать на потом. То есть те планы, которые уже написала сегодня, возможно, что-то еще сейчас запишу, я обязательно сделаю, но потом я откладывать не буду. Мне еще нужно найти, если у кого-то есть нормальный курс итальянского, если мне кто-то может подсказать, скиньте, пожалуйста, либо ютубовский курс, либо еще какой-то. То есть мне нужен нормальный курс итальянского, чтобы я начала. Я за все хвататься не хочу, но я надеюсь, что я смогу охватить то, что мне нужно. Вот мой завтрак сегодняшний. Только сразу хотела еще сделать чай, но я уже не успеваю, потому что мне нужно сейчас ехать на игрок, потом зайти до мамы, потом вам поснимать, возможно, там еще сделаю трансляцию. То есть, думаю, будет интересно. Все, ребята, начинаем вместе со мной. Кто хочет, естественно, я же не могу никого заставлять мыслить позитивно, идти вперед и быть уверенной в себе. Я это буду учиться вместе с вами. Все, ребята, иду на остановку. Погода, конечно, не айс. Очень даже не айс. То, что снег лежит, это одно его название. Слякоть. Хотя мне вот такая слякоть, как сегодня, нравится гораздо больше, чем бы просто дать вода и лед. Пока не так уж очень скользко. Все, я уже включусь тогда, когда уже буду на йоге. Все, ребята, я приехала. Это трындец сегодня с дорогой, потому что очень-очень ничего не видно. Знаете, с одной стороны, думаешь, да лучше было бы скользко, но было бы видно. А потом думаешь, ну, уже лучше не видно, чем скользко. Вообще, вы меня поняли. Я уже приехала. Я вам говорила вначале, что я в этом видео покажу школу, садик. Но, наверное, я все-таки покажу их трансляции, потому что неудобное мне размещение будет. Я не на ту маршрутку чуть-чуть села. Что-то другую ждать не хотела. Поэтому сейчас, ребята, я сделаю трансляцию и школу. Что ж такое? Школу вы сможете увидеть там. А в видео я расскажу что-нибудь другое или покажу. В общем, сегодня есть, по сути, что рассказать. Не только школа, и вообще. Плохо видно. Не знаю, как будет сейчас видно в трансляции. Но надеюсь, все будет окей. Давно я тут не была. Есть что вспомнить, есть про что поговорить. Буду по ходу показывать вещи, пока не начала трансляцию. Видите, вот это заброшенное здание. Здесь когда-то было, по-моему, какое-то кафе. Насколько я помню, даже когда я здесь была, здесь уже было вот такое вот. Ну, сейчас, конечно же, хуже уже стало. Со временем все про этот хуже делается. Вот там, видите, здание тоже дальше сделанное. Там, там как-то был туалет, потом еще что-то было, я уже не помню. То есть, там вот сделали, но все равно закрыто. Видите, что творится на дороге. Вот там дальше стадион, сейчас мы к нему подойдем. Мне очень нравятся сами дома. Я не знаю, сталинки это или что это такое. Я в этом не разбираюсь. Очень так, я думаю, хорошо и долговечно они. Высокие потолки. Наверное, все-таки сталинки.
Знаете, чтобы начать новую жизнь, надо попрощаться со всем прошлым, со всем болючим, наверное. У меня сегодня вот такое прощение. На кладбище я поехать не могу, потому что там очень грязно, там попросту не пройду. А вот здесь прогуляться я могу. Ёлки там как-то дальше, вон, видите, были пушистые уже вообще. Все прохудилось. Тут, по-моему, что-то за здание, сейчас вам скажу. Ну, тут и дом, и вот учреждение какое-то. Сейчас я вам скажу, какое. Полицейская станция, бачите. Я не помню, здесь, по-моему, раньше было какое-то другое. Ну, вот видите, все меняется. Я уже многого не помню с того, что здесь было. Так что, видите, тут на какой-то вот аренда написано. Никто не берет это здание. Ну, потому что такое находится в районе, не знаю. Вообще хороший район. Наверное, если тому, кто родился здесь, то хороший. Можно искать минус, но я этого никогда не делаю. Ни в районах, ни в странах. Видите, такой стадион. Внутри тоже, опять же, закрыто. Помню, там концерты были, Сердючка приезжала. Помню, Скрябин когда-то туда тоже приезжал. Такое. И там, по-моему, открыто, но там охрана, я не хочу туда идти. В общем, сам стадион вы видите. Возможно, я куда-то сюда еще приеду. И более подробно вам покажу, но уже не сама. Самой стрёмно. Заходить туда, куда нельзя. Хороший стадион. Вот, ласкаво просимо. Парк. Не бачу кого. Савицького, вот. Вот мы подошли. С этого момента я буду начинать трансляцию. Так что я думаю, предыдущую трансляцию посмотрите, вам тоже понравится, как и мне. Все, ребята, иду на остановку. Зашла к маме, купила сок. Сейчас по дороге выпью. Блин, тут грязно, лучше я обойду. Хотела срезать, но не всегда это у нас получается. Песочку, ребята, и поеду домой. Сегодня хороший день. Спасибо большое, кто был со мной на трансляции. Спасибо, кто подписался. Новую я видела. Спасибо вам большое. Надеюсь, вы останетесь со мной. И мы будем продолжать дальше жить. Интересную жизнь. Вместе с вами. Это я приехала к себе на район. Сейчас иду на новую почту. Эту посылку, к сожалению, пока вместе я не смогу вам показать. Но вскоре вы обо всем узнаете. Главное, дождитесь.